Вот отсюда была концентрация жалоб. Я приехал, увидел развернутые работы, я, в принципе, понимаю. Жалобы имели место, и ситуация была действительно плохая. Поэтому тут вот столько теперь техники и людей, которые убирают. На улице Беляева у домов 1А и 6А к приезду главы работала коммунальная техника. Свезенные в куче снег ковш за ковшом погружали в 20-кубовые самосвалы. Сюда вышло 5 тракторов, 1 бобкет и 3 самосвала. Они по очереди вывозят снежную массу. Всего за последнее время после обильного снегопада здесь было вывезено около 1000 кубометров осадков. Этой зимой снега с Улищелка вывезено особенно много. Интенсивно стали работать и коммунальные службы. Привлекается дополнительная техника. Объемы собранного снега год от года увеличиваются. Все 3 вместительные снегосвалки практически заполнены. Впору подбирать 4-ю. Сейчас будем искать 4-я участок земельный, куда снег увозить. Мы не говорим, что небывалое количество осадков. Мы говорим, что уборка из года в год становится лучше, и вывоз снега становится все больше и больше. Вчера с вечера были поставлены задачи, сегодня с 6 утра вышли дворники, с 7 утра работает трактор, машины подъехали для вывоза снега. Фронт работ по улице Беляева. Управляющая организация ДСЖКУ «Большой». На обслуживании находится 50 многоквартирных домов. В уборке снега занят весь штат дворников. Противостояние человека со снежной стихией продолжается. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».